Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Раиль, и вы попали в хижину музыканта. Очень-очень важная тема, которую вы просили раскрыть очень часто. Она называется так: как совмещать вокал и гитару и при этом не сбиваться. То есть сегодня я вам покажу технику совмещения гитары и вокала. Как все это происходит? Давайте сразу приступим. Во-первых, первое, что нужно сделать, это прослушать ту песню, которую вы хотите выучить, раз 10, 20, а то и 30 раз. Закачивайте на телефон, берете с собой на работу наушники, MP3-шники, слушаете. И следите за всеми деталями. Во-первых, слушая, можно выучить сразу же текст, чтобы не садиться отдельно и учить текст. А прямо слушая, учим, во-первых, текст. Во-вторых, все паузы, все переходы тоже анализируйте, где остановки, что есть. Первый пункт, как вы поняли, значит, слушаем песню 10-20 раз. Не просто слушаем, а анализируем. И одновременно же там же учим текст. Второе, что нужно сделать, это начать петь под оригинал без гитары еще. То есть приходите домой или по пути там в метро, если вам не тягостно. Можете включать оригинал песни и петь под него. Вот, например, возьмем мою песню, чтобы не нарушать авторские права, я решил взять свою песню. Вот врубайте любую песню, которую хотите выучить, и под нее поете. То есть пытайтесь попасть под голос певца, чтобы совпадало прям звучание. Еще есть тема, конечно, звуковысотность. То есть ваш голос может не совпадать с ними, с певицей или с певцом, но вы можете на октаву ниже спеть, чем вот эта девушка поет, например. Или на октаву выше, если вы девушка, но хотите спеть песню у мужика. В любом случае можно спеть. Только это зависит от... Ну, повлияет на то, красиво будет это или нет. То есть супер низкий может... Или может супер высоко будет. В общем, врубаю свою песню под названием «Когда я счастлив» и пытаюсь под него петь. Это не я, я просто забыл свой облик и с тобою тону. Примерно так, под оригинал певца вы должны пропеть песню также раза 10-20, пока не будет получаться так же, как у певца. Тема вокала — это отдельная тема, поэтому на нем долго не будем останавливаться. Надеюсь, вы поняли этот пункт. Ничего, ни один из пунктов не нужно пропускать. Следующий пункт – это аккорды на зубок. То есть текст вы уже выучили с песней, то есть вокал уже совпадает с оригиналом. Следующий пункт – аккорды. Находите аккорды в интернете или подбираете сами и уже учите на зубок. Вот, например, в моей песне «Когда я счастлив» аккорды Е, аккорд Б, аккорд С, решетка М и аккорд А. И учите эти аккорды на зубок. Но тут учить нечего. Все, допустим, вы выучили все переходы, все рифы на гитаре и все аккорды. Пока без боя. Дальше идем. Третий пункт. Так, четвертый уже. Ошибся я. Первое — это прослушать песню 10-20 раз. Заучить текст. Второе — петь под оригинал без гитары. Третье — аккорды на зубок учим. И четвертый пункт — это довести бой до автоматизма. В песне по-любому есть переборы или бои. Вот их все нужно довести до автоматизма без вокала. Например, в моей песне куплет. Я играю такие вот движения, делаю. Три раза в удар делаю вниз. И между ними еще промежуточные удары делаю. То есть... Допустим, довел еще до автоматизма бой из песни. Все. Передвигаемся на пятый пункт, который называется «Играть на гитаре под оригинал». Это значит, без вокала
включаем оригинал песни и до автоматизма доводим партию гитары. Допустим, вы сыграли 10-20 раз, все уже под оригинал получается петь. Вы молодцы. И, наконец-таки, мы доходим до последнего пункта, самого главного. Как совмещать игру и пение на гитаре. Так и называется, только с добавлением фразы «в медленном темпе». Заметьте, это главная фраза. Главное словосочетание «в медленном темпе». То есть совмещаем игру сейчас и пение, которое мы довели до автоматизма в медленном темпе. Как происходит этот процесс, ребята? Например, берем первый куплет из моей песни и в медленном темпе играем его. То есть анализируя, чувствуете. Вокал уже идет автоматически, это явно. Но еще нужно проследить, где он вступает, где паузирует. В общем, сочетать теперь с гитарой нужно. Все проделывайте вообще. Все начальные шажки в изучении любой песни нужно делать в медленном темпе. Всю песню нужно учить в медленном темпе. Это секрет успеха. Сначала вот пробуйте сыграть, потом уже вокалом вступайте. Но кто с тобой я? Это не я. Я просто забыл свой облик и с тобою тону в искушающем сне. Но это еще не медленно, можно еще медленнее взять. То есть но кто с тобой я? Это не я. Я просто забыл свой облик и с тобою тону в искушающем сне. Так прекрасно вдвоем находиться в безоблачной вселенной и, позабыв обо всем, закричать «я люблю». Надеюсь, понимаете меня. В медленном темпе проделывайте. Если не получается какое-то место, отдельно его смотрите. То есть, например, припев. Просто улыбнись и забудьте слова. Слышишь, сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя одной. Когда я счастлив, я такой смешной. Вот мы прошли основные 7 пунктов техники освоения совмещения гитары и вокала. Обязательно каждый пункт нужно выполнять скрупулезно, в медленном темпе и как я сказал. Дальше уже следующий вопрос стоит. Вдруг кто-то задаст мне такой вопрос. А если я не попадаю под оригинал вокалом и вообще этот диапазон мне неудобен? Ну, под оригинал, я сказал, можно попасть хотя бы на октаву ниже. Нужно просто постараться, чтобы звучание оригинальной песни и голоса вашего совпали. То есть вам нужно подстроиться под вокалиста. Это намного проще. Да, следующий вопрос состоит в тональности песни. Вам, возможно, невозможно даже многие песни в оригинальных тональностях, они не подходят для обычных певцов. Вот мы... мужики, скажем так, парни, которые любят петь, для себя даже, не смогут спеть многие песни, потому что многие рокеры и попсовые певцы любят очень высокие тональности, поют настолько высоко, сколько могут, но обычные певцы вроде меня не могут спеть такое. Ну, вроде вас, ладно, скажем. Я-то, может быть, еще достану. Поэтому нужно все тональности транспонировать в обычной тональности, в которых нам удобно петь. А какие это тональности? Все парни могут спеть в тональности ля минор АМ. Ц.
G, то есть нужно спустить аккорды до простых аккордов. Со всяких баре спускаем до простых аккордов. Например, мою песню возьмем для примера, опять-таки, какие аккорды были? Е, Б, С, решетка М и ля А. Понижаем на тональность, теперь уже тональность будет Ре. Теперь уже можно чисто простыми сыграть. Хотя один аккорд баре будет. Тут аккорды Ре, Ашем, А и Соль. Ну, в порядке немного другом. То есть Ре, Ашем, Соль, Ля. Может, кому-то в этой тональности уже будет легче спеть. Где можно транспонировать? Различные сайты есть, вроде типа hm6.ru. Там можно самому добавить текст с аккордами, закинуть на сайт, то есть любой может. А потом этот текст можно, не текст, а аккорды транспонировать. Там кнопочка понижения тональности есть. То есть понижайте до такого состояния аккорды, пока эти аккорды вам не станут знакомыми. То есть, да, привычных АМ не спуститесь пока. Со всяких CM там. И то есть, если в моей тональности теперь в Ре, я смогу эту песню пониже спеть. Может, вам удобнее даже будет. Или даже спустить до тональности до мажор. Тут аккорды уже будут С, G, АМ и F. Вот они, привычные аккорды. Из моей тональности Е мы спустили до до. Но в этих аккордах вам будет, например, проще петь, я думаю. То есть, какая основная цель для вокалиста под гитару? Это раскрыть ваш голос, то есть, если вы никогда не пели, нужно покричать дома, то есть, размяться как следует, всякие упражнения вокальные поделать, об этом не будем. В общем, раскрыть голос, покричать, попеть что-нибудь, развить чуть-чуть голос, открыть, не развить, а открыть. Следующий пункт – это найти свой диапазон. То есть те песни, которые в оригинале, они не подходят для вас. Нужно найти свой диапазон, и для этого находите аккорды, понижаете их, транспонируете на сайте. Например, на тон транспонировали, попробовали спеть. Тяжело, не попадаете, еще транспонируете. И пока не найдете тот анализ, где вам удобнее всего петь. Вот и все. И в этой тональности уже по моим 7 пунктам проходитесь. То есть всю песню таким образом разучиваете по этим всем 7 пунктам и тем самым поете свою песню в своем диапазоне легко, радужно и не сбиваясь. Да, говоря о несбивании, говорю вам играть в медленном темпе. Если даны простые аккорды в песне АМ, Е, как, например, у Крида песни самая-самая, аккорд СМ, G-решетка, ну то есть ля бемоль и соль. Их можно сыграть простыми аккордами А, F и Е. Вот любую песню, взяв простыми аккордами, можно поднять. То есть если вам в этой тональности неудобно, ставим каподастер. Кстати, у меня каподастер от компании Kizer. Ссылочку дам в описании под видео. Очень хороший каподастер. Хотя и стоит дороже, но нормально зажимает так. Вот. Те же самые аккорды играю. АМ, F, E. Теперь тем самым я дошел до оригинальной тональности, как здесь играл же CM. G-решетка. Вот они. Например, мне здесь неудобно, я опять-таки могу поставить вот сюда. И играть те же самые аккорды. АМ, F, E. И опять АМ. Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Это что касается тональности. Его найти не тяжело. Главное, можете каподастр использовать или транспонировать те тональности, которые даются в оригинале. Ладно, теперь как не сбиваться? В медленном темпе играть нужно. О, боже, мама, мама, я схожу с ума. Или облегчить тот бой, который дается. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Вот этот бой вообще в любой песне подойдет. Это простые удары вниз. Сначала пробуйте вот ударами вниз. О боже, мама, мама, я схожу с ума. В
во всем нужна практика. Потом уже попытайтесь усложнить. О боже, о боже, о боже, о боже. Анализируйте, на какой удар начинается вокал. О боже, мама, мама. О боже, мама, мама. Я схожу с ума. Во всем анализировать нужно. Вот такие вот советы вам дал, ребята. Надеюсь, они были полезными. Обязательно на эту тему еще сниму несколько подробных уроков. И чтобы их не упустить, нажимайте на кнопочку подписаться, subscribe. Вы подписываетесь на мой канал, это совершенно бесплатно. И говорю вам еще одну новость. Завтра, 18 января, кто успеет, кто увидит, ровно 20:00 здесь, на хижине музыканта, будет проходить прямая трансляция моего вебинара под названием «Как освоить любой инструмент с нуля, без слуха и без музыкалки». Я буду рассказывать много-много полезной информации, как самому освоить инструмент. Чтобы его не упустить, также подпишитесь на канал. Он будет в прямом эфире, и вы сможете задавать свои вопросы. А вообще, вот обсуждение этого вебинара проходит вот по этой ссылочке. Там можете оставить свой плюсик о том, означающий то, что вы будете участвовать в этом вебинаре. И вообще подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка также есть в описании, чтобы получать доступ на такие бесплатные вебинары, которые я буду сейчас проводить очень часто. И следующий призыв. Хотите вот научиться за 7 дней, ребята, играть на гитаре? Ровно за 7 дней освоить гитару и выучить любимую песню? Для этого я уже делаю специально отдельный платный вебинар, курс, который будет в течение 7 дней проходить, и я буду вас каждый день пинать, чтобы вы научились играть на гитаре. Всего лишь этот курс стоит 500 рублей, и записаться на него можно также по ссылочке в описании под видео в группе ВКонтакте. Спасибо еще раз вам за внимание. Пока!